Приветствую всех зрителей, и сегодня в этом видео я для вас подготовил отличный, новый, последний, обновленный способ, как обойти замедление YouTube, как можно его ускорить, и качество картинки будет максимально высоким с быстрой скоростью загрузки. Обходим замедление YouTube просто в один щелчок. Посмотрите это видео до конца. Новый обновленный способ, вы явно такого ранее не видели. Это точно, друзья. И напишите комментарий, видели или нет. На сегодняшний день, а сегодня у нас 27 октября, сколько у нас тут? Ну, 9 утра, 10, 9. То есть на сегодняшний день это самый последний способ. Так, ребята, я уже снимал подобное видео про ByDPI. Но вот это приложение ByDPI имеет последнюю обновленную версию. И там появилась новая настройка, которая поможет решить проблему замедление YouTube. Давайте я вам вкратце покажу, что было в старой версии и что уже появилось в новой версии. И опять-таки на новую версию ByDPI я оставлю ссылку в описании под этим видео для вашего удобства. Просто в описании нажмите ОК, еще, и там будет первая ссылка на это приложение. Переходите, скачивайте, устанавливайте. Итак, заходим в предыдущую версию ByDPI, настройки, и вот смотрите, тут была такая настройка. ByDPI, запомните, вот два пункта. Использовать настройки командной строки и все. Либо расширенные параметры. На этом все заканчивается. Заходим теперь в последнюю версию ByDPI. Потом опять-таки шестеренки. Ниже и вот ByDPI. Смотрите, появилась новая настройка под названием подбор команд. Этой настройки ранее не было. Ни в одной версии ByDPI. Нажимаем. Сюда стрелочку, галочку раз, открывается подбор команд. Заходим сюда. Смотрите, вы тут нажмете «Начать проверку». Давайте нажму «Ок». Сейчас у меня заново все это произойдет. «Начать проверку». 47 команд. Они сейчас проверяются и выбираются самые лучшие, насколько это возможно. В основном это вот 57%. Но сейчас у меня это все дело подберется, и я вам расскажу один лайфхак, какую команду лучше всего выбрать для ускоренной работы наших ютубов. То есть конкретно будем подстраивать под соцсети, которые вот заблокированы, либо ограничены в стране. Это что у нас? Discord недавно стал. Потом что? YouTube, там, Instagram, ну и там Facebook, прочие какие-то, может, социальные сети еще. Нужно немножечко подождать. Смотрите, идет проверка. Именно подбираются команды, которые лучше всего будут подходить для нашего региона. 26, 27, 28. Вот это, друзья, на самом деле лучший способ обойти замедление YouTube с помощью вот этой вот фишки. Вот этой вот настройки подбора команд. Хотя я вам показывал и другие способы настроек. Они тоже работали. Но почему-то, допустим, через неделю успешной работы эти настройки слетали, и YouTube опять переставал нормально работать. То есть он замедлялся. Сейчас вот последний обновленный способ. Я надеюсь, что он вас не подведет. Так, уже почти все. И какую команду лучше всего подобрать? Сейчас я вам покажу. Смотрите. Все, мы тут уже все настроили, кучу команд. Напротив каждой команды в скобочках процентовочка эффективности работы. 30% понятно. Что я вам советую выбрать? Какую команду? Их очень много. Вы можете даже сами брать, проверять, тестировать. Но я вам советую выбрать команду, где написано пока что Google. Пока что эта команда никого не подводила. Google. Так. Ну, вот так. Нам нужно скопировать вот эту команду, вот так, три точки, копировать, возвращаемся обратно, и редактор командной строки. То есть мы автоматически подобрали командную строку, потом заходим в редактор командной строки, потом вот тут, опять-таки, ну это я уже проверял, тестировал, естественно, и вставляем то, что мы скопировали. Окей. После этого возвращаемся обратно. Также тут сверху убедитесь, что включен под VPN DNS. IPv6 потом проверите. То есть пока включать не нужно эту настройку. Нажимаем подключить.
Все сработало, подключилась. Птичка у нас загорелась, полетела вот в углу. Теперь заходим в YouTube, проверяем. Если, допустим, скорее всего, будет все четко работать. Ну вот, смотрите, нормально все работает. Кстати, да, реклама может появиться. Вот это вот неприятненький нюансик. Может появиться, а может и не появиться, я так могу сказать. О май гад, рекламой завалила меня. Просто. Просто жесть. Но самое главное, что работает отлично видео. Максимальное качество видео. Максимальное. Ну все грузит, смотрите. Кстати, неплохо грузит. Хорошо грузит, быстро. А картинка, смотрите, какая. Смотрите, как грузит быстро. Ну что могу сказать? Замечательно все работает. Просто отлично. Тут рекламы не было. Максимальное качество делаем. 4К. Блин, ну кайфово. Короче говоря, командная строка работает. В общем-то, и это самое главное. Старый by DPI, старый можете удалить, либо перезапустить тот, который у вас имеется. Вот этот by DPI вообще не имеет смысла его уже держать. Очищаем весь у него кэш, потом нажимаем, ну, просто кнопочку удалить, он удаляется. Можете вообще все by DPI поудалять, все вот чисто поудалять. И последний скачать, в описании под этим видео будет ссылочка. Просто перейдете, скачаете, установите. Всегда хотите пользоваться, да, ютубчик, туда-сюда зашли, включили, подключили. Но для этого, конечно же, подберите автоматически командную строку и выберите Google. Вот. А если у вас, допустим, интернет вас не устраивает, попробуйте еще включить дополнительно IPv6. Вот. Но если все четенько, включать его не нужно. Командную строку, опять-таки, напишите комментарий, какая у вас сработала. Ну вот Google у меня вообще работала очень классно. Также есть, смотрите, тут разные команды. Можете попробовать еще и другие попробовать воспользоваться. Вот. Но Google безотказно работает, если честно. Друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, это видео для вас было полезным и актуальным. Пользуйтесь обязательно, пишите свои комментарии.